Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для охранных фирм. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные права могут быть настроены для руководителя и рядовых сотрудников организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Нашу программу очень легко освоить. Она состоит всего из трех основных блоков – модули, справочники и отчеты. Для начала работы в системе вам нужно будет однократно заполнить справочники для автоматизации всех количественных и финансовых расчетов. Если ваша организация работает с валютами разных стран, их можно зафиксировать в соответствующем разделе. В кассах указываются ваши кассы и безналичные счета. В разделе «Финансовые статьи» заполняются причины расходов и прибыли. Источники информации – список известных вам источников рекламной информации о вашей фирме. Раздел «Скидки» позволяет задавать специальные цены на услуги для определенных клиентов. Услуги представляют собой каталог оказываемых вашей организации услуг с указанием их стоимости. Для удобства и быстрого выбора этот список можно разделить на нужные категории. С помощью справочника информационная система будет сама проводить все необходимые расчеты. Вся основная работа в программе для охранного агентства будет происходить в блоке «Модули». Для регистрации новой заявки служит вкладка «Заказы». Для добавления новой записи нажмем правой кнопкой мыши в свободное место таблицы и выберем «Добавить». Дату программа автоматически выставляет текущую. При необходимости этот параметр можно выставить вручную. Далее необходимо указать контрагента. При этом программа сама перенаправляет нас в клиентскую базу. Мы попали в новую вкладку «Клиенты». В случае, если контрагент уже находится в базе данных, нужно лишь его выбрать. Для быстрого поиска достаточно ввести первые буквы имени или номер телефона. Если же клиент новый, мы легко его регистрируем, указывая контактные данные, наличие скидки, адрес, сведения о договоре. Выбрав контрагента, мы автоматически возвращаемся в предыдущее окно для регистрации заказа. Теперь нужно выбрать оказываемую услугу из уже заполненного вами каталога. Осталось только ввести нужные параметры для расчета. Это, к примеру, сроки при длительной охране или же число выездов. При необходимости можно заполнить примечание. Заказ зарегистрирован. В базе по каждому параметру можно выполнить быстрый поиск или же сгруппировать и упорядочить записи по определенным критериям, например, по заданной услуге за текущий месяц. В поле оплаты регистрируются все полученные от клиента средства. Общие суммы к оплате программа для охраны фирмы рассчитывает автоматически. Система отслеживает задолженность и предоплаты клиентов. Вкладка «Деньги» позволяет вести учет любых финансовых движений, к примеру, по аренде помещения, оплаты коммунальных услуг или по расчетам с поставщиками. Каждая запись фиксирует точную дату, финансовую статью, добавившего запись пользователя программы и сумму. В блоке «Отчеты» формируется необходимая для финансового и управленческого учета статистика. Отчет «Реестр платежей» покажет общую картину доходов и расходов вашей организации за выбранный период. Подробный учет движения средств обеспечит анализ всех финансовых статей, изменения расходов и доходов по ним по предыдущим месяцам. Источники информации помогут проанализировать ваши маркетинговые мероприятия и оправданность расходов на рекламу. Свод по услугам предоставит финансовую и количественную статистику по всем оказываемым фирмой услугам. Обратите внимание, что данная конфигурация является базовой. Если вам требуется учитывать что-то дополнительно, мы легко добавим в программу новые возможности. Мы показали лишь часть программы. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.